В канун праздника 6 женских команд предприятий поселения Ленского района встретились в спортивном зале «Олимп». Соревновались в 6 видах спорта. Мужчины могли принять участие только в качестве болельщиков. Поболели за спортсменок и наши коллеги. Обычно спартакиада проходит несколько дней, но в этот раз команд-участниц собралось немного. Все соревновательные виды уместились в один день. Мы собрали в этом году 6 команд. 7-я команда «Артанахара», к сожалению, выехала, и у них сломалась машина. Мы проводим обычно традиционно по 6 видам, то есть пулевая стрельба, дартс, шашки, шахматы, настольный теннис и волейбол. На двух игровых теннисных столах девушки состязались в реакции и умении владеть ракеткой. В этом соревновательном виде лучший результат показали спортсменки из поселка Бичинча. Такие мероприятия создают вообще активную жизненную позицию. Хочется оставаться всегда красивой, в тонусе быть. Ну, поэтому уже даже мы не думаем об неучастии, а уже обязывает. Каждый год уже, каждый знает, что по каким видам будет участвовать. Но победа в настольном теннисе не решила исход всей спартакиады. В тройку призеров бичинчинские спортсменки не вошли. В результате на третьем месте оказались работницы Ленской районной больницы. На втором – сборная поселка Пеледуй. А на первой ступеньке пьедестала – представительница Ленского предприятия тепловых и электрических сетей. Благодаря работе спортивного инструктора Галины Лупандины в этом коллективе спорт всегда на достойном уровне. Больше тренировок, больше занятий спортом, ну, выявление таких спортивных людей в коллективе. Просто у нашей Галины Александровны такой всегда взгляд, она всегда умеет выявить спортсмена и достичь, чтобы он достиг результата. В отдельных соревновательных видах практически каждая команда удостоилась кубка и медали. Но это совсем не главное. В преддверии международного женского праздника девушки показали, что могут быть не только красивыми, но и сильными. Дмитрий Вельчевский, Сергей Счастный, телеканал «Алмазный край».